Ребята не готовы выдавать ни слова, ноль эмоций. Просто человеческие страдания и боль. Мы побили мой рекорд на свежий. Это уничтожение, бро. Это было... Игорь очень злой. Я как будто уже где-то там. Короче, друзья, из-за того, что Маня выиграла челлендж у Игоря на его канале, и, похоже, это состоится. Мое уничтожение у Маши на канале. Но один момент, прямо сейчас, бро, я вижу тебя отсюда. Мы вместе будем проходить уничтожение от Маши. Сегодня Игорь и Леха ждет уничтожения. У них сегодня будет мини-заруба, да, чтобы был стимул убиться посильнее сегодня. Так вот, ребят будут ждать три блока. Сначала мы будем делать ядерный комплекс на пресс, которого... Ядерный. Да, ядерный. В конце которого ваша задача будет просто постоять в планке кто дольше. Моя любимая упражнение, планк. Второй блок, который вы будете выполнять, он будет жесткий. Называется он синтек. Кто-нибудь знает, что чего? Такое? Синтек. А, стоп! Окей, поехали. Мы будем выполнять за 15 минут. Там круг. 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседов. Ваша задача, кто из вас за 15 минут сделает больше количества раундов. Я слышал, сидя отменили, за то, что люди откидывают. Третий блок, где можете заработать третий балл, мы будем делать очень вообще простое. С гирьками мы будем делать присед и жирную головой. С восьмерочкой. Сначала мы делаем обычные подъемы, после минуты обычных подъемов мы делаем скрепку. После скрепки мы делаем с вами без упора на руки книжку. Моя любимая, вот это моя любимая. Третье упражнение, кстати, самое тяжелое, которое я не могу тащить. После этого сразу же ребят ставим в планку, и первый из них, кто упадет, тот проиграл первый раунд. 3, 2, 1, старт. Про важно дотерпеть. Стоп, смена упражнения. О, ты чё, Маня? Bye, bro. Стоп. Его лучше сейчас не вытягивать. Я чувствую судорогу. 3, 2, 1, стоим. Мой рекорд 3:33 на свежем. Ремень, что один, что второй. Красавцы вообще. Терпят? Но все равно, в любом случае, один из них точно сдаст. Стоп! Что? После 3 минут непрерывной работы на пресс они стоят в планке уже 2:15. А 50 голубя на солдате. Ни один не трясется даже. У Игоря интересна тактика. Он просто мониторит Леху постоянно. 3:20. 3:30. 3:35. Стоп, 3:41. Мы побили мой рекорд на свежий. Я даже не могу говорить. Мне не стыдно было проиграть, я вам скажу одно. Столько? После 3 минут? Еще и 3 минуты планки. 3:40. Чувак, погнали дальше. Это уничтожение, бро, погнали. Это было клево. Как после этого теперь делать весь предстоящий движ? Прикольно, что не только пресс увалился, плечей нет. Так вот, начинается самое интересное. Ребята как следует разогрелись, а у нас второй блок сити. 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. Задача за 15 минут сделать максимальное количество блоков. 3, 2, 1, поехали. С учетом того, что прошла только 1:40, мне кажется, что будет интересно. Расскажите, что мы охреневшие. Ох, чёрт! Ноздря в ноздрю, но Игорь немножко ускорился. Надеюсь, ты так же хреново, как мне. Дико очень, братва. Да,
ребята не готовы выдавать ни слова, ноль эмоций. Просто человеческое страдание и боль. Одиннадцать минут. Игорь очень злой. Ты сел уже? Нет, он еще немного потянулся. Ой, да ладно. Две минуты. Сейчас никто из нас не выиграет очко. Это все было зря. Давай. Четырнадцать кругов, Игорь 13. 14 минут осталось. Повторите, а? Свали. Ты мужик крутой. Ты мазафака, ты затащил в высоте вершу. Чувак, ты пиздец. Ты просто жесткий. Я как будто уже где-то там. 1-1. Лёха сделал полных 15 кругов. Игорь сделал почти 14. Он не успел доделать присед. Соответственно, счет 1-1. У нас остался последний раунд. Официально это самая жесткая дичь. Я готов сальто назад сделать, но на бетоне, но не повторить этот нереальный челлендж для всего. Ну скажи, клёвый блок. Несмотря на то, что ты чувствуешь, да. Блок сам по себе крутой. Интереснее, чем то, что было на моей. 15 минут, интереснее, оно так чисто. Оборудование, и ты в хлам. Да. Я чувствую дежавю, вспомню. Тот же стакан в руках. If you look inside my head, would you say something's missing? Те же ощущения. Без сахара только пахнет. Точно. Третий блок. Берем гирьки, садимся вниз и добавляем тучу над головой. Их задача сделать больше, чем оппонент. Это решающий раунд. Да мне хреново, нахуй! Я понял, почему я не занимаюсь кроссфитом. Что тебе можно болевануть на каждой тренировке. Блин. Брат, ну победа за тобой. Знаешь, это тот момент, когда я не особо рад. Мужик, ты крутой. Взаимно. Чувствую, как будто ты стал жестче. Это как когда у тебя был дикий вес на долбанном жиме ногами, и ты выжимаешь финальный подход, который даже не видел. Здесь то же самое. Когда преодолел себя физически и ментально. Бомба. То наше уничтожение подошло к концу, я очень довольна результатом. Это эпично самое уничтожение. Ну, чувак, самое главное, я выиграл 2-1. Старт начался на позитиве. Пресс, планка, я был уверен, все красиво. Потом было жестко, бро. Друзья, на канале Игоря вышла Войтенко против. Как вы думаете, кого против меня? Поэтому переходите на его канал. Ссылки мы все оставим в описании. Но это еще не все. Игорь ждет еще одна тренировочка со мной. Как вы думаете, какая? Прокачаем отстающую зону. Друзья, все ссылки, все наши соцсети Игоря, мои, Машкины, будут в описании, друзья, переходите. С тобой был Лёха Столяров. Машка Соколова. Игорь Войтенко. И лайк не забудьте ребятам поставить. Ну, мы поработали, ребята. Все, погнали.